существует ДНК всех первопричин нашей жизни. Эта ДНК всех первопричин нашей жизни исключительно связана с нашими намерениями и нашими пожеланиями. А вы знаете, что мы имеем очень много пожеланий. Мы их имели раньше. И каждое пожелание, которое мы внезапно создали, или каждое намерение с нашим пожеланием, которое мы создали, оно является целью, и для этой цели необходимо, чтобы человек создавал энергию. Такой энергии только две. И вот эти две энергии, они называются либо страдания, либо радость. Это и есть ДНК начала, или есть наше топливо, которое ожидает от нас высшие силы, которые создали нас для того, чтобы мы испытывали либо радость, либо страдания. И в тот момент, когда мы что-то хотим, или у нас пожелание кому-либо добра или зла, мы хотим или нет, начинаем отдавать либо радость, либо страдания в виде эмоции. Именно поэтому, когда мы желаем счастья во всем мире, или мы хотим новую квартиру, то у нас может появиться самая настоящая болезнь, у нас могут появиться душевные неприятности. И в этом и есть принцип моей эзотерики, когда я говорю: друзья мои, делайте так, чтобы в вашей жизни не появлялись процессы страдания. Создавайте принципиальную радость, думайте о радости, чувствуйте радость и мечтайте, и этим топливом, которое поможет вам исполнить мечты, и будет радость. Вот такой совет. Испытывайте радость, друзья, тогда мечты ваши будут исполняться без ваших заболеваний. И тогда будет все в вашей жизни хорошо. Ну что, быть добром.